Церемония закладки капсулы крупнейшего в стране тепличного комплекса состоялась в Келесском районе Туркестанской области. Проект промышленных теплиц, расположенных на территории 500 гектаров, будет реализован при поддержке компании «Экокультура». В первую очередь будет построена теплица площадью более 51 гектаров. Необходимо добавить, что при реализации проекта трудоустроено будет более 8 тысяч местных жителей. Общий объем инвестиций в новый проект составляет 524 миллиарда тенге. При этом на первом этапе будет направлено 52 миллиарда. На 25 миллиардов тенге планируется построить теплицу площадью 27 гектаров. Мощность составит 225 тысяч тонн томатов в год. Аким области подчеркнул важность проекта, который посодействует развитию агропромышленного кластера в регионе. Как известно, Туркестан является основным регионом, снабжающим население республики плодовочную продукцию, в том числе помидорами и огурцами в тепличном комплексе. На площади 1569 гектаров в области расположено 3366 единиц теплиц, или 71% теплиц республики. Здесь работает более 12 тысяч человек, из них 87 гектаров занимают промышленные теплицы. 1482 гектаров сельскохозяйственные. По сравнению с 2015 годом объем инвестиций в эту сферу увеличился в 7 раз. В прошлом году он составил 74,7 миллиардов тенге. Для нас большая честь, что компания «Экокультура» инвестирует в нашу страну. Мы готовы полностью поддержать этот проект. Запуск проекта будет способствовать увеличению поставок отечественной продукции на внутренний рынок региона, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения. Александр Рудаков, председатель Совета директоров российского агропромышленного холдинга «Экокультура», также выступил с поздравительной речью и подчеркнул важность проекта. Он отметил, что это партнерство придаст импульс развитию аграрного сектора. Рудаков объявил, что постарается обеспечить местное население постоянной работой и высокой заработной платой. Я очень рад всех вас приветствовать на торжественной церемонии закладки первого камня крупнейшего инвестиционного проекта 500 гектар в Туркестанской области. Во-первых, я хочу всех вас поздравить с праздником Ораза Айд. Строительство первого этапа проекта, которое будет реализовано в поселке Бирлик Келесского района, планируется завершить в августе 2024 года. Весь проект будет реализован к 2027 году. Количество рабочих мест на первом этапе – 1000. Проект тепличного мегакомплекса будет реализован с помощью казахстанской компании Greenland Alatau, партнера агропромышленного холдинга «Экокультура». Современные тепличные комплексы планируется оборудовать современной автоматизированной системой климат-контроля, управляющей системой отопления и охлаждения, световым режимом, капельным орошением и количеством углекислого газа в атмосфере. Аружан Жиренбаева, Сулбек Мансурхан. Новости.